Продолжение вступительной кампании. Через 2 часа в белорусских вузах начнутся внутренние экзамены. Это касается прежде всего творческих специальностей, а также связанных с физической подготовкой. В Академии искусств абитуриентов ждут испытания по сценической пластике, актерскому мастерству и сценической речи. А в Институте журналистики ребята напишут сочинение и пройдут собеседование. Зачисление на бюджетную форму обучения завершится к концу следующей недели, 28 июля, на платное 6 августа.